Я хочу с вами открыть исход 3 главу. I want to open together with you book of Exodus chapter 3. И с первого стиха. And the verse 1. Бог положил мое сердце говорить на тему в силе по духу святыни. God has put on my heart to talk about the power of the Holy Spirit. According to the Holy Spirit of holiness. Сила в духе святыни. Power in the Spirit of holiness. Или правильно, в силе по духу святыни. Or in power according to the Spirit of holiness. Исход 3 глава, 1 стих. Exodus chapter 3, verse 1. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадиамского. One day Moses was tending the flock of his father-in-law, Jethro, the priest of Midian. Однажды провел он стадо далеко в пустыню. He led the flock far into the wilderness. Скажите со мной однажды. Say with me once. Однажды. Once. Все в зале, скажите Everybody, однажды. Everybody, the whole room, once. Понимаете, что вот этот момент однажды иногда переворачивает всю нашу жизнь. You see, this little moment once can change your whole life. Если мы на самом деле будем ожидать. If we really are expecting. Вот многие из нас, мы пришли сегодня в это место. Many of us have come to this place. И абсолютно у каждого есть свое... У кого-то больше, у кого-то меньше свое духовное развитие. In each one of us, some more, some less, but we have our own spiritual development. Мера ожидания. A level of expectation. Взгляд на жизнь. A view of life. Но многие даже не подозревают, что этот день. But some don't even realize that this day. Ты пришел, у тебя есть свои планы. You came and you have your own plans. У тебя уже есть некие мысли о том, что будет дальше. You already have some idea and thoughts of what's going to happen next. Но Бог любит ворваться в твою жизнь однажды. But God loves to tear into your life once. Просто ворваться в твою жизнь. Just to get into your life. И перевернуть всю твою жизнь. And to change all of your life. Все твои планы. All your plans. Все твои мысли. All your thoughts. Все твои представления. All of your imaginations. Однажды. Once. Могут развернуться совершенно в другую сторону. Can change you to go in the other direction. И ты даже не представляешь, and you can't even imagine, что Бог может сделать. What God can do. Потому что не видел глаз. Because eye has not seen. Не слышало ухо. Ear has not heard. Не приходило на сердце человеку. And a person has not imagined. Что Бог what God приготовил. Has prepared. Скажите, приготовил. Say prepared. Приготовил. Prepared. Приготовил. Prepared. Для любящих Его. For those who love Him. А нам. And for us, Он открыл. He revealed. Это может произойти прямо сегодня. It's going to happen today. Духом Святым. With the Holy Spirit. Скажите, Духом Святым. Say with the Holy Spirit. Духом Святым. By the Holy Spirit. Библия говорит. Bible says. Никто не знает Божьего. Nobody knows things of God. Кроме Духа Божьего. Except the Spirit of God. Are you with me? Are you with me? Никто не знает Божьего. Nobody knows things of кроме God. Кроме Духа Божьего. Except the Spirit of God. Однажды. Once. Скажи, это мой день. Say this is my day. Come on, say this with me. Скажи, это мой день. It's my day. И не просто слова. It's not just words. Вот туда просто вмести все свое ожидание. Put every expectation into these words. Это мой день. This is my day. Однажды. Once. Однажды. Once. Он пошел далеко в пустыню. He went deep into the wilderness. Он пошел дальше обычного. He went past the usual point. Бог всегда говорит мне такую мысль. God always tells me this thought. Я посвятил свою жизнь исканию Бога. That I dedicated my life to seek God. Не просто чтобы быть таким супердуховным. Not just to be a super spiritual person. Но чтобы быть настолько по сердцу Бога, чтобы выполнить на земле все Его хотения. И каждый раз, когда я чего-то чувствую, что достигаю, Бог вмешивается в эту ситуацию. И всегда говорит, у меня есть больше. У меня есть больше. У меня есть больше. У меня есть больше. Я пророчествую вам, что то, где вы находитесь сейчас, wherever you are right now, это только процесс. It's only a process. И есть что-то больше. There's something more. Есть что-то больше, чем вы сами. There's something more than you. Есть вы больше, чем ты есть им. There's more than the whole of you and your existence. И тот, кто поместил это в тебя, and the one who has placed it in you, он же свою силою и поможет тебе. He, through his power, will help you. Подняться для тебя на высоты для тебя недосягаемые. To arise to the heights. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says.
Однажды Моисей пошел далеко в пустыню. Moses went deep into the wilderness. Я не знаю, сколько он ходил в своем радиусе. I don't know what his radius was. Я не знаю, сколько он провел время в месте, которое было для него знакомо. I don't know how much time he spent in a familiar place. Вы знаете, что даже есть молитвы, с которыми мы уже знакомы. And you know we have prayers that we are familiar with. У многих из нас есть радиус наших молитв. Many of us we have a radius of our prayer. Мы никогда не пошли дальше. And we never go beyond. Есть люди, у которых есть свой радиус отношений с Богом. There are people who have a radius of their relationship with God. И их это впечатляет. And they are happy with that. И им не нравится, когда приезжают горячие проповедники. And they don't like it when fiery preachers come. Потому что огонь начинает вытягивать из нас все. Because the fire begins to draw everything out. И он начинает вытряхивать из нас теплое состояние. And he begins to pull out the warmth. И мы чувствуем, что Бог нас начинает вести дальше. And God begins to lead us past. Но идти дальше всегда риск. But to go further is always a risk. Нам нравятся те сферы, которые уже знакомы нам. We like those spheres where we are familiar with. Мы привыкаем. We get used to. Нам становится хорошо. We become comfortable. Мы чувствуем помазание. We feel the anointing. Но помазание может расти. But anointing can grow. Ты никогда не должен удовлетворяться тем помазанием, которое у тебя сейчас есть. You should never be satisfied with the anointing that you have now. Вы должны понять. You have to understand. Что когда Иосиф, when Joseph, который был отвержен всеми, who was rejected by all, и он попал в дом Потифара. And he found himself in the house of Potiphar. И в доме Потифара. In the house of Potiphar. Пришел успех. Came success. Он поставил его над всем своим имением. And he placed Joseph over all his. Согласитесь, это лучше, чем быть отверженным. Listen, this is better than be rejected. Это лучше, когда у тебя все потеряно. This is better to when you have lost everything. И вдруг у тебя успех. And all of a sudden you have success. И у тебя получилось что-то. And you have succeeded in something. Но вы знаете, что Бог имеет для него больше. But you know what? God has something more. Бог хотел его вести дальше. God wanted to take him further. И многие люди, and many people, они остановились в доме Потифара. They have stopped in the house of Pharaoh. Потому что увидели уже успех. Because they've seen success. Но я здесь пророчествую вам, but I'm prophesying to you, что твой успех, your success, может быть твоим врагом, can be your enemy, для видения, for the vision, которое Бог имеет для твоей жизни. God has for your life. Скажи со мной. Say with me. Я хочу идти дальше. I want to go further. Come on, say this. Say it. Я хочу идти дальше. I want to go farther. Я хочу идти дальше. I want to go farther. Эта церковь пойдет дальше. This church will go further. Это служение пойдет дальше. This ministry will go further. Это видение пойдет дальше. This vision will go further. Однажды. Once. Я верю. I believe. Я верю. I believe. Удивительно. Библия amazing. Говорит. Bible says. Что твоя, то есть святой. Святой, the holy, да освящается, should, еще, become holier still. Вы слышите? Do you hear? Слово святой это отделенный. The word holy means separate. Я сейчас чуть-чуть поговорю отделенный не просто от чего-то. I want to say a little bit holy is separated not just from something. Но посвящен чему-то. But dedicated to something. Вы слышите? Do you hear? Святой. Holy. Это отделенный от чего-то. It's separated from something. И посвященный чему-то. And dedicated to something. И Библия говорит. And the Bible says. Что какой бы ты ни был сегодня святой, то есть отделенный. That no matter how you have dedicated yourself. Ты должен еще больше посвятить себя чему-то. You have to dedicate yourself more. Ты должен идти дальше. You have to go further. За пределы этого радиуса. Beyond your radius. Который уже может существовать в твоей жизни. Where you, that you have already in your life. Но согласитесь, что пойти дальше в пустыню это не просто эмоции. But to agree to go into the wilderness is not just emotion. Кто был в Израиле? Who's been in Israel? Я был недавно тоже в Израиле. I was there recently. И поверьте, там реально жара. And listen, it is hot there. И чтобы когда нам говорили, давайте еще пройдем, посмотрим что-то в пустыне. And when they told us, come on, let's go a little further. Look at something else. Я говорю, я благословляю вас. I say, I bless you. Я посижу вот здесь. And I'm just gonna stay here. Здесь прохладнее немножечко. Here, there's a shade. Мне здесь более комфортно. I'm comfortable here. Но чтобы увидеть что-то больше, but to see more, нужно пойти дальше. You have to go further. И я понимаю, чтобы пойти дальше, and I know to go further, многое зависит от меня. A lot depends on me. Слушайте, многое зависит от меня. Listen, it depends on me. Это я принимаю решение. I have to make the decision. Он пошел дальше в пустыню. He went further in the desert. Независимо от моих чувств. Regardless of my feelings. Независимо от моего настроения. Regardless of my mood. Я принимаю решение. I make a decision. Пойти дальше. Go further. Но это решение, but this decision, которое принял Моисей, that Moses пойти made, дальше в пустыню однажды,
to go further in the wilderness once. Он даже, может, не представлял, he didn't even imagine что тот день that that day изменит всю его will судьбу, change the rest of his destiny, всю его жизнь, all of his life, все его видение, all of his vision, все его представление о Боге. Everything he imagined about God. Одно решение. One decision. Пойти дальше обычного. Go further than usual. Пойти дальше обычного. Go further than usual. Изменило всю жизнь Моисея. Changed Moses' life. Hello? Hello? Всю жизнь Моисея. All of his life. Смотрите, что написано. Look what it says. И когда он пошел дальше в пустыню, and when he went further into the desert, он пришел к горе Божьей. He came to the mountain of God. Хариву. Горе Божьей Хариву. To the mountain of God, the Horeb. Поймите, у меня сегодня нет много времени здесь объяснить кое-какие вещи. Listen, I don't have a lot of time to explain all the details. Но Моисей пошел дальше обычного и приблизился к горе Хариву. But Moses went further beyond the usual and he got close to the mountain. Я буду сейчас читать, у него была встреча с Богом. And we're going to read that he encountered God. И не только встреча с Богом. And not just encounter with God. Но встреча с Богом. But encountering God. Привела его со встречи с самим собою. That encounter brought him to encounter himself. Потому что видение это не только призвание, это призвание является тем, кто ты есть. Because vision is not only a calling, but it's coming to grips of who you are. Мы часто говорим видение или призвание. We're talking about vision and calling. Но призвание это тот дар, который в тебе. But calling is the gift that's already in you. И мы сейчас быстро это пройдем. And we're going to go through quickly. Но я хочу сказать вот какую мысль. But this is what I want to share. Что когда Моисей пошел дальше, that when Moses went further, он начал, другими словами, развиваться дальше. He began to grow. Он приблизился к горе Хариву. He got close to the Mount Horeb. Потому что когда я читаю дальше исход, because when I read the rest of Exodus, и когда он начал исполнять свое предназначение, and when he began to fulfill his calling, и когда он вывел народ из Египта, and when he led the people out of Egypt, то он привел их к горе Хариву. Then he brought those people to the mountain. Мы должны понять, we need to understand, что ты можешь повести людей только там, где ты сам был. That you can only lead the people to the place where you yourself там, have been. Там, где ты сам пережил. Where you have experienced yourself. Там, то, что ты сам испытал. That which you have lived through yourself. Есть многие проповедники. There are many preachers. Они как travel agency. They're like travel agencies. Они отсылают людей, где сами никогда не были. They send people to the place they've never been. Вы слышите? Do you они hear отсылают me? Людей, куда сами никогда не ходили. Куда сами никогда не ходили. Where they have never been themselves. Но Моисей, but Moses, я забегаю в будущее, I'm going forward a little bit. Он вел людей там, где он сам уже был. He led the people to the place where he himself has already been. Потому что однажды, because of once, он пошел дальше в пустыню. He went beyond into the Hallelujah. Desert. Hallelujah. Смотрите, что Библия говорит. Look what Bible says. Когда он пришел к Божьей горе Хариву, when he came to the mountain of God, явился ему ангел Господень в пламени огня. Angel of the Lord appeared to him in a blazing fire. Среди тернового куста. From the middle of the bush. И увидел он терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Moses started and но куст не he сгорает. Saw the bush was burning, but it did not burn away. Третий стих. Verse 3. Моисей сказал, пойду и посмотрю на это великое явление. This is amazing. Moses said to himself, why isn't the bush burning up, not burning up? Отчего куст не сгорает? Why is the bush not burning? Господь увидел, что он идет посмотреть, возвал к нему Бог из среды куста, то есть из среды огня. When the Lord saw Moses coming to take closer look, God called out of the middle of the bush. И сказал Моисей, и сказал, Моисей, Моисей, он сказал, вот я. And he said, Moses, Moses. And he said, "Here I am." Пятый стих. И сказал Бог: не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Do not come any closer. The Lord warned, "Take off your sandals, for you are standing on holy ground." И сказал: я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. I am the God of your father and the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob. When Moses heard this, he covered his face because he was afraid to look at God. И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его. Then the Lord told him, I have certainly seen the oppression of my people in Egypt and I have heard the cries of because of their harsh slavery,
Yes, I am aware of their suffering. И иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли этой в землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Ефесеев, в общем, всех там Еев. So I have come down to rescue them from the power of Egyptians and lead them out of Egypt into their own fertile and spacious land. And it's the land of the flows with milk and honey, the land where Canaanites, Hittites, and all the other people live. И вот уже вопль сынов Израилев дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. So the Lord said that I have heard the cries of the people and I see their misery in the slavery. Итак, пойди. And so go. И я пошлю тебя к фараону. I will send you to Pharaoh. И удивительно. And it's amazing. Он говорит, итак, пойди, я пошлю тебя к фараону. And he says, go, I will send you to Pharaoh. И вывести из Египта сынов Израилевых. And lead out of Egypt the sons of Israel. Удивительно, чтобы вывести людей из Израиля, из земли египетской, он посылает его к фараону. It's interesting, to lead the people out of Egypt, he had to send him to Pharaoh. И сказал Бог, я буду... And God said to Moses, I will be with you. I will be with you. You're all familiar with the scripture. What amazing is Moses, when he went beyond his comfort zone, he got closer to the mountain, where he had a meeting with God, where God appeared from the middle of the bush. And when Moses met with God, And when Moses encountered the living God, удивительно, что Бог начал говорить ему его призвание. It's amazing that God began to speak to him about his calling. То, что он хочет сделать в его жизни. That what God wanted to do in his life. Встреча Бога, Моисея с Богом, the encounter of Moses with God, открыла Моисею то, ради чего он вообще родился на эту землю. It revealed to Moses the reason why he came to this earth. Потому что Библия говорит о нашем Яхве, о Боге, что он возвещает от начала всегда, что будет в конце. And the Bible talks about our God Yahweh that he reveals the end from the beginning. И от древних времен то, что еще не совершилось. And from Things that have not happened. Другими словами, Бог никогда не начинает ничего прежде, чем не закончил. So basically, God never begins anything that He hasn't already completed. И вот интересно, что Моисей, встречаясь с Богом, and it's so interesting that God meets Moses. Получает целое направление видения. He receives the direction in his vision. Вы понимаете, насколько важно видение? And you see how vision is important. Потому что я очень рад, что у вас есть видение. Это очень сильно. I'm so glad you guys have a vision. It's very powerful. Я сегодня не проповедую только о видении, потому что видение, оно придает весь смысл всей нашей жизни. And I'm not only speaking about vision, but vision, it gives purpose to our life. Видение придает смысл всего служения. Vision gives purpose of видение ministry. Дисциплинирует наше время. Vision, it disciplines our time. Оно фокусирует нашу жизнь. It focuses our life. И очень много других моментов, когда приходит видение от Бога в нашу жизнь. And many other things happen when the vision from God comes into our life. Но две вещи хочу сегодня выделить. But three things I want to point out. То, когда встретился Моисей с Богом. When Moses encountered God. И Бог начал направлять его жизнь. And God began to direct his life. В направлении Божьего предназначения для него. In the direction of God's calling for him. Бог начал ему открывать то, ради чего он вообще родился. God revealed to him the reason why he was born. Потому что Бог о рождении Моисея говорил за 400 лет, прежде чем Моисей родился. Because God talked about the birth of Moses 400 years before he was born. Но когда Бог говорил о рождении Моисея, But when God spoke about the birth of Moses, он говорил о своем видении для Израиля. He was talking about his vision for Israel. И в его видении для Израиля, And for his vision to Israel, он определил рождение Моисея в его призвании. He determined the birth of Moses and his calling. Это связано с Божьим видением. It's stated from the vision of God. С Божьими хотениями. With God's desires. Но встреча с Богом, But the encounter with God, открывает Моисею, reveals to Moses, его истинное значение на этой земле. His true purpose on earth. И его предназначение. And his Его предназначение, his purpose, his его purpose. Предназначение. Но он встречается с Богом, который открылся ему в огне. But he encounters a God who revealed himself in a fire. Встреча Бога в огне.
encountering God in a fire. Потому что его призвание связано со славой Божьей. Because his calling is tied together with the glory of God. Если будете читать 24 главу Исход. If you read the chapter 24 of Exodus. Вы увидите внизу этого текста, you will внизу see the этой главы. Of the chapter. Написано, что слава, it will say that glory, что слава Божья, that the glory of God, она в огне Божьем. It's in the fire of God. Слава Божья, glory of God, она в огне Божьем. Is in the fire of God. Потому что в огне Божьем, because in the fire of God, сгорает все твое. Everything burns away. Все нечистое. That is of you. That is того, чтобы, unclean. Когда ты горишь огнем Божьим, when you are burning with the fire of God. Я забегаю чуть вперед, но это очень важно. I'm going forward, but this is important. Когда ты на самом деле горишь, when you are truly burning. Во-первых, я верю, что ты всегда можешь гореть и не сгорать. And I truly believe that you could always burn and not burn out. И я разрушаю всегда эту религиозную формулу. And I destroy this religious formula. Что мы призваны погореть только какое-то время. That we are called to burn for a while. Если ты постоянно будешь ложить дрова на это. If you will always put more wood on the fire, вы обязательно будете гореть и не сгорать. You will continue to burn and not burn away. Но вот в чем смысл. But this is the когда ты горишь, when you are burning, тогда Бог, that's when God, не твое, not you, не человеческое, not не душевное, not soulish, не философское, not philosophy. Когда ты горишь, but when you burn, и пребываешь в огне, and you abide in the fire, обязательно, absolutely, все твое, everything of оно you, оно будет сгорать. It's gonna burn away. Чтобы Бог so that God, через себя so that, мог говорить из среды огня. So that God could speak out of the fire that is in you. Когда ты горишь, when you burn, тогда Бог, then God, может говорить, can speak, из среды этого куста, через этот куст, out of this bush and through this burning bush, в огне, in из the среды fire. Огня. And it's from the fire into life of your destiny to this time. We'll talk about. Come on, listen to this. Listen to this. Когда Бог встретился с Моисеем или Моисей с Богом, when God encountered Moses, и Бог начал говорить ему о его предназначении, and God began to tell him about his destiny, которое связано с Божьим видением, that is tied in with the vision of God. Видение, vision, всегда, always, помогает тебе, helps you, увидеть себя, to see yourself, Божьим. Through the eyes of God. Видение, vision, помогает тебе, helps you. Смотрите внимательно. Listen carefully. Когда вы сегодня молились, when we were praying, и вы смотрели на это видение, and we saw this vision, вы смотрели на свою церковь, you were looking at your own church, какую Бог хочет видеть, that God wants to see, какую Бог будет делать, that God will create. Are you with me? Are you with me? Другими словами, in other words, когда вы смотрели, when you were looking, на тысячи людей, the thousands of people, locally, locally, вы смотрели на свою церковь, you were looking at your own church. Hallelujah. Hallelujah. Видение, vision, всегда, always, помогает тебе, helps you, увидеть себя, to see yourself, Божьими глазами, through the eyes of God. Потому когда Бог открыл видение Моисею, and so when God revealed the vision to Moses, он начал открывать ему его причину рождения, he began to reveal the purpose why he was born, его смысл жизни, the point of life. Он начал открывать его призвание, he began to reveal his calling, ради чего он живет, why he lives, ради чего он родился, why he was born, что Бог имеет для него, what God has for him. И смотрите, and listen, когда это слышал и видел Моисей, when Moses saw and heard this, то, что Бог имел для него, what God had for him, оно было намного больше, чем сам Моисей. It was a lot bigger than Moses himself. Вы слышите, намного больше, чем сам it Моисей. Was a lot bigger than Moses. Второе. Second, видение, vision, отделит всю твою жизнь, it will separate your whole life, от того, что не предназначено Богом. Separate your life from that what is not destined by God. Которая удерживает тебя, those things that are holding you back, от твоего успеха в видении Божьем, from your success in the vision of God. Другими словами, in other words, когда Бог дает тебе видение, when God gives you vision, он отделяет твою жизнь, he separates your life, от всякого distraction, то, что удерживать будет тебя, from all distractions that are going to hinder you. Он отделяет тебя от твоих всех прошлых планов. He separates you from your past plans. Он отделяет от всех твоих представлений. All your imaginations. Он отделяет тебя от всех твоих замыслов. He separates you from all of your determined
thoughts. Но дальше твой выбор. But the rest is your choice. Теперь посвятить себя. Now to dedicate yourself. И все, что ты имеешь. And everything that you have. И все, что тебе дано. And everything that to give you. И все, чем ты обладаешь. And everything that you own. В направлении Божьего предназначения. In the direction of God's calling. Are you with me? Are you with me? Это называется святость. This is what's called holiness. И я знаю точно. And I know for sure. Что встреча Моисея с Богом. The encounter of Moses and God. Освятило всю жизнь Моисея. It sanctified the rest of Moses' life. Другими словами, отделило его. It separated him. Он больше никогда не вернулся к прошлому. After that, he never went back to his past. Библия говорит, the Bible says, что всякий, взявший в руки плуг, that everyone who takes the plow, и поворачивающийся назад, and begins to turn back, неблагонадежен для Царства Божьего. He is not fit for the kingdom. Плуг — это когда мы начинаем служить, действовать, делать, работать. The plow is when we begin to minister, begin to serve. В направлении Божьего призвания. In the direction of God's calling. Что связано с Царством Божьим. What has to do with the kingdom of God. Так вот, Бог говорит, Иисус говорит, so listen, Jesus says, что всякий, взявший плуг, that anyone who takes the plow, Бог God не хочет, чтобы мы возвращались назад. To turn back. Вы должны понять, we have to understand, когда мы читаем Ефесянам 6 главу, when we read Ephesians chapter 6, о всех оружиях Божьих, about all the weapons of God and the мы не of God, видим, we can't see, что там есть оружие, которое защищает нашу спину. That there is an armor for your back. Потому что Бог because God не предназначил did not destiny нас поворачиваться спиной к врагу. To turn our backs to the enemy. Are you with me? Are you with me? Наша спина не защищена. Our back is not protected. Потому что всякий, that is why кто anyone взял в руки плуг, who has taken the plow, он he не имеет права has no right больше останавливаться. To stop anymore. Что бы ни происходило, no matter what happens, мы призваны идти дальше. We are called to go forward. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Послушайте. Listen. Когда Бог дал видение Моисею, when God gave his vision to Moses, он отделил Моисея, he separated Moses, от всех его планов, from all of his plans, и от всего его прошлого, and all of his past. Я помню, я однажды, I remember that once, я хочу быстро только здесь вставить один момент в моей жизни. Quickly just share something. Кто-то слышал, кто-то нет. Maybe somebody heard, maybe they didn't. Но я помню, когда я посвятил свою жизнь Богу, I remember when I dedicated my life to God, и я отделил себя, и сказал, Бог, я буду делать все, чтобы знать Тебя. And I dedicated myself, I separated myself, and I said, God, I will do everything for you. Моя встреча с Богом, my encounter with God, она забрала все прошлые интересы в моей жизни. It removed all my other interests from my life. Но я начал идти дальше. But I began to go forward. Я чувствовал эту пустыню в моей жизни. I felt this desert in my life. Потому что когда я принял решение, because when I made the decision, пойти дальше в Боге, to go forward, в моей жизни было все разрушено. My life was completely destroyed. Кроме долгов у меня ничего не было. Other than financial debts, I had nothing else. У меня было все разрушено. I had everything was scattered. И я каждый день, and I every day, я убегал в парки. I ran into the park. Я убегал в разные места. I went to different places. Я отделял себя. I separated чтобы myself to be in the Word, чтобы искать Бога, to seek God. И я просто чувствовал, как я в этой пустыне. And I felt like I was in this desert. Каждый день принимал решение идти дальше. Every day I made a decision to go forward. Я помню, прошло некоторое время. And I remember a certain time passed. Это был вторник. It was a Tuesday. Я пришел домой. I came home. И я закрылся в комнате. And I locked myself in the room. Было где-то 9:30 вечера. It was 9:30 p.m. И я упал на кровать. Я просто упал на колени и оперся об кровать. I fell on my bed, like leaned on my bed, I was on my knees. Я закрыл глаза. And I closed my eyes. Мне абсолютно было все равно, что было передо мной. At the moment, I cared nothing about what was in front of me. Я просто кричал Богу. I just screamed out to God. Бог, я не могу больше. I said, God, I can't continue. У меня нет веры. I have no faith. Я не знаю, что со мной происходит. I don't know what's happening. Но я, Бог, прошу, откройся мне. But I said, God, please reveal yourself to me. Я просто кричал Богу. I was just crying out to God. До 2 часов ночи. Till 2 a.m. В 2 часа ночи. At 2 in the morning. Я открыл глаза. I opened my eyes. Залез на кровать. I got into the bed. Я лег и смотрел в потолок. I lay down and I was looking at the ceiling. И я молился духом. And I was praying in the spirit. И когда я молился духом, and when I was praying in the spirit, со мной что-то начало происходить. Something began to happen. Атмосфера начала изменяться в комнате. The atmosphere changed. И атмосфера стала такой thick, настолько сильной, она стала сдавливать мое тело. And the atmosphere began so thick that I could feel it physically pressing on my body. Я думал, я схожу с ума. And I thought I'm losing my mind. Я не спал. I didn't sleep. Я думал, я схожу
с ума. And I'm thinking, I'm losing my mind. Я говорю, Бог, что со мной происходит? And I said, God, what's happening with me? И я слышу мысль. And I heard a thought. Ты посвятил всю свою жизнь мне. You dedicated your life to me. Не бойся. Don't be afraid. Я говорю, Бог, если это ты, and I said, God, if it's делай you, все, что ты хочешь. Do anything you want. И в этот момент я вылетел из комнаты. And at this moment, I flew out of my room. Я с огромной силой летел вверх. With a great force, I was going up. Как вихрь, меня крутило. It was like a twister, like a hurricane. И вдруг кто-то остановил меня за руку. And somebody grabbed my hand and stopped me. И я остановился. And I stopped. Я почувствовал физическое тело. And I felt a physical body. Но меня впечатлило не физическое тело. But what amazed me is not the physical body. Меня впечатлило то, во что я вошел. And what amazed me is what I entered. Что-то втянуло меня в себя. Something pulled me into itself. И когда я вошел, необыкновенное ощущение. And when I entered, it was amazing. Через мое тело. It was amazing feeling. Через всего меня. Through my body. Пошли удивительные чувства. I began to experience feelings. Это было с такой силой. It was such might. Но я никогда не могу объяснить эти чувства. I can never explain these feelings. Потому что они были смешаны. Because they were all mixed together. Это была сила. It was a power. Это был огонь. It was a fire. Это была любовь. It was love. Это был свет. It was light. Это была радость. It was joy. Это был мир. It was peace. Это было необъемлемое ощущение одновременно через все мое тело. It was like an unexperienceable feeling going through my body. Я открыл глаза. And I opened my eyes. И меня за руку держал Иисус. And Jesus was holding my hand. И я смотрел на него. And I was looking at him. И то все, что я ощущал. And everything I was feeling. Оно исходило от его лица. It was coming out of his face. Я вошел в это состояние. I entered into this atmosphere. И он начал играться со мной, как отец играет со сыном. He began to play with me like a father plays with a child. Причина, потому что я родился и, вернее, я родился в христианской семье, но когда мне было 5 лет, мой отец разбился насмерть. And why that is, I believe it's because I was born in a Christian family, but at the age of 5, my father had a fatal crash. И я жил без отца. And so I lived without a father. Я никогда не знал, что такое любовь отца. I never knew what the love of the father is. Но я скажу, что Бог видел мое рождение прежде, чем было зачатие. But I want to tell you, God saw my birth before the conception. Так же, как и твое. Just like yours. И он уже знал, ради чего я родился. And he already knew the why I was born. И что я должен сделать на этой земле. And what I'm supposed to do with my life. Потому он явился мне как любящий отец. So he appeared to me like a loving father. В лице Иисуса. In the face of Jesus. В моем детском духовном возрасте. In my spiritual childlike stage. Но он видел, почему это сделал. But he saw why he did this. Потому что прежде, чем с чем я соприкоснулся. Because before I can encounter. Я соприкоснулся с любовью отца. First I encountered with the love of the father. И он передавал эту любовь внутри меня. And he was like putting this love into me. Потому что он знал. Because he knew. Что он пошлет меня в народы. That he will send me to the nations. Но чтобы идти служить людям. But to go to minister to the people. Нужно не только дары, you don't just need miracles, не только сила, not only might, не только помазание, not only anointing, но все это, but everything, что я сейчас сказал, that I just told должно you, преломиться it has to break, через Божью любовь в наши сердца. Through the love of God in our hearts. Вы слышите? You hear me? Through the love of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Потом я сел на его колени. And later I sat on his lap. Я реально сел на его колени. I literally sat on his lap. И я моими ладонями держал его лицо. And with my face I was holding him. И когда with my я держал hands, его I was лицо, his face. When I was holding his face, он дышал внутри меня. He was breathing into me. Много раз. Many times. Много раз. Many times. Он вдыхал внутрь меня. He was breathing in into me. Огонь Божий проходил через меня. The fire of God was going through me. Он делал это много раз. And he did this many times. И сказал. And he said. Однажды. Once. Слышите, однажды. Once, listen. Я пошлю тебя по всему миру. I will send you all over the world. И ты пойдешь. And you will go. С тем, что я тебе дал. With what I just gave you. Чтобы зажечь этот огонь. To ignite this fire в моем теле. In my body. Ты пойдешь по всему лицу земли. You will go on the face of the earth. Но чтобы пойти по всему лицу земли. But in order to go to the face of the earth. Он говорит, я отделю тебя. He says, I will separate для you. Для того, чтобы вся твоя жизнь. So that all of your life. Она принадлежала только теперь для моего предназначения. That it would belong only for я my destiny. Я отделяю тебя. I separate you. Это происходило после моей встречи с Богом. This continued after my encounter with Jesus. 7 лет. 7 years. 7 years. Я проходил через этот огонь. I was going through this fire. Который очищал мою жизнь. A fire that was cleansing my life. Который очищал и убирал с меня все мои интересы. Cleansing and removing all my interests. И производил во мне Божьи хотения. And he was creating God's desires in me. Божьи чувствования. God's feelings. Божьи идеи. God's ideas. Божьи мысли. God's thoughts. Я верю, в этой трансформации находимся каждый из нас. And I believe each one of us is in this transformation. Который по-настоящему хочет выполнить свое предназначение. The ones who truly want to fulfill their destiny. Я говорил Богу. And I said to God. Когда это произойдет? When is this going to happen? Но я не понимал. I didn't
understand. Чтобы идти к фараону. In order to go to Pharaoh. Чтобы идти к своему предназначению. In order to go to your destiny. Тебе нужна сила Божья. You need the power of God. Are you with me? Are you with me? Чтобы исполнять твое предназначение. To fulfill your destiny. Нужно не красноречие. You don't need pretty words. Нужно не крутые фразы. Not the beautiful phrases. Не масса книг. Not a bunch of books. Тебе нужна сила Божья. You need the power of God. Потому что твое предназначение. Because your destiny. Связано с освобождением людей из Египта. Is tied together with the freedom of people from Egypt. Их зависимость в Египте. But their dependence in Egypt. Их addiction или зависимость. Their addictions in Egypt. Связано с фараоном. They're tied to Pharaoh. Потому идти исполнять свое призвание. And so to go fulfill your destiny. Тебе придется иметь дело с фараоном. You have to deal with Pharaoh. Но Бог. But God. Не посылал Моисея. Did not send Moses. К фараону. To Pharaoh. Не отделив его полностью. Without separating him completely. Потому что Богу нужно было. Because God needed. Чтобы Моисей пришел как Бог. So that Moses would come to Pharaoh. As God. Are you with me? Are you with me? Как сын Божий. Like the Son of God. В силе. In power. Потому что через Моисея. Because through Moses. Выполняя его предназначение. Fulfilling his destiny. В избавлении народа. In deliverance of the people. К лицу фараона. To the face of Pharaoh. Он появлялся в силе Божьей. He was there with the power of God. И сила Божья. And the power of God. Являла могущество Бога. Was revealing the might of God. В лице фараона. To the face of Pharaoh. Исполняя Божье видение предназначения. Are you with me? Are you with me? Follow me. In Romans chapter 1, Римлянам 1 глава. Romans chapter 1. Моисей однажды говорил Moses said once своему народу, to his people, что однажды that once Бог поднимет пророка, как я. God will raise up a prophet like me. Его слушайте. Listen to him. Он говорил о Сыне Божьем. He was talking about the Son of God. Он пророчески говорил об Иисусе. He was prophesying about Jesus. Который придет на эту землю. Who will come to this earth. В силе Божьей. In the power of God. Помазан Богом. Anointed by God. Отделен Богом. Separated by God. Исполнить Божье дело на этой земле. To fulfill the work of God on this earth. И он будет иметь дело с фараоном. And he will have to deal with Pharaoh. Мы читаем это уже в Новом Завете. We read this in the New Testament. Когда Иисус говорит, when Jesus said, две мысли. Two thoughts. Первая. First. Идет князь мира. That the prince of this world is coming. И во мне не имеет ничего. But he has nothing in me. Потому что Иисус был полностью отделен Богу. Because Jesus was completely separated for God. 100% посвящен Богу. 100% dedicated to God. Независимо от мнений людей. Independent of the thoughts of people. Или критики. Without like praises or ничто criticism. Nothing. Не отделило или не забрало внимание. Nothing took his focus. Иисуса. Of Jesus. От того дела, которое он должен был совершить. From the work that he was supposed to do. Are you alive? Are you with me? Ничто. Nothing. Иисус. Jesus. Был 100%. Was 100%. Отделен. Dedicated. Для того дела. Separated for the work. Ради которого он пришел на эту землю. For which he came into this earth. Поэтому он говорит. And that's why he says. Что идет князь мира. That the prince of this world. И во мне. He's coming, but не имеет ничего. He has nothing. Но второе, что он сказал. But second what he said. Отныне. From now on. Князь этого мира. The prince of this world. Будет изгнан вон. He will be cast. Out. Amen. И когда я читаю Римлянам первую главу, and when I read Romans chapter 1, Павел говорит, Paul says, Павел раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Paul the slave of Jesus Christ, chosen by the by God to be an apostle and sent to preach His good news, которое Бог прежде обещал через пророков в своих святых писаниях. God promised this good news long ago through His prophets in the Holy Scriptures. О сыне своем. The good news is about His Son, который родился от семени Давидова. In his early life, He was born into the kingdom of King David's family. По плоти. По плоти, как младенец, другими словами. Just like a baby, a physical flesh. И открылся Сыном Божьим. And he revealed himself as the Son of God. Watch me, please. Watch, follow me, please. Он родился. He was born. По плоти. In the flesh. Так как и Моисей. Just like Moses. Так как и ты и я. Just like you and me. Но открылся однажды. But revealed himself once. Сыном Божьим. The Son of God. Библия говорит, открылся Сыном Божьим в силе.
He revealed himself as the Son of God in power. Are you with me? Are you with me? Однажды открылся Сыном Божьим в силе. Once revealed himself in power. По Духу Святыни. By the Holy Spirit. Открылся в силе. He revealed himself in power. По Духу Святыни. By the Holy Spirit. Через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашем, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Through Christ, God has given us a privilege and authority as the apostle to tell the Gentiles everywhere what God has done to them so that they will believe and obey. Он открылся Сыном Божьим в силе. He revealed himself as the Son of God with power. По Духу Святыни. By the Spirit of God. В силе. In the power. По Духу Святыни. By the Spirit of God. See, многие не понимают, что такое святость до конца. See, people don't really understand what holiness really is. И многие путают святость с праведностью. And many people, they confuse holiness with righteousness. Я не говорю сейчас о праведности. I'm not talking about righteousness. Я сейчас говорю о святости. I'm talking about holiness. Святость имеет две значения. Holiness has two meanings. Святость это отделить тебя от чего-то. Holiness is to separate you from something else. Он родился по плоти. He was born in the flesh, в видимом мире, in the physical world, и все видимое может забрать все твое внимание, твоего предназначения. And in the physical, visible world can take everything from you, your destiny. Бог, God, он родился во плоти, he was born in the flesh, но однажды открылся Сыном Божьим, but once revealed himself as the Son of God, в силе Божьей, in the power of God, по Духу Святыни, by the Spirit of holiness. Я сейчас свяжу это, очень важно. I'm going to connect this right now, very important. Потому что Библия говорит, because the Bible says, что все творение, that all creation, все творение, all creation, оно ожидает ни пятидесятников, ни харизматов, ни баптистов. It is waiting not for Pentecostals or Baptists or charismatics. Ни американскую church, ни русскую церковь, ни китайскую церковь. Not the American church, not Russian church, not Chinese church. Все видимое, все творение, all creation, all visible, ожидает, it's expecting, когда однажды, it's waiting, откроются Сыны Божьи, when once the sons of God will be revealed in power, по Духу Святыни, by the Spirit of holiness, откроются. They will reveal, be revealed Духу Святыни, by the Spirit of holiness. Это может произойти с тобой. This can happen with you. С каждым из нас. With each one of us. Потому что апостол Павел говорит, Apostle Paul says, что у него произошло то же самое. That same thing happened to him. Он родился фарисеем из фарисеев. He was born a Pharisee out of Pharisees. Еврей из евреев. He was a Jew out of all Jews. Он имел свою праведность. He had his righteousness. Watch this. Listen, watch Но this. Однажды, But once, его встреча с Богом, his encounter with God, развернула всю его жизнь. Turned his life around. И он говорит, said, что когда отец захотел открыть во мне сына своего, me, и я не стал советоваться с плотью и кровью. To talk to the flesh and blood, I did not. И вы поймите, so understand, please, что силой помазания, которое было на апостоле Павла, that the power anointing that was on Apostle Paul, оно было связано, it was connected, с его полным, with his full, 100%, посвящением, dedication, не только отделением, not just separation, он отделил себя даже от того, чего, что он учил раньше, he separated himself from what he taught earlier, все, что для него было когда-то преимуществом, everything that he loved before, в чем он был силен, in what he was strong. Он отделил себя. He disconnected from it. И 100%. And 100%. Повернулся лицом к Господу. He turned to God. Потому что когда мы поворачиваемся к Господу. Because when we turn to God. See, многие люди. See, many people. Они вышли из Египта. They left Egypt. Они вышли из мира. They left this world. Но они никогда. But they never. 100%. 100%. Не посвятили себя. Dedicated themselves. Полностью Богу. Fully to God. Да, они отделили себя. Yes. They separated. Я сейчас быстро коснусь и закончу на этом. I'm just quickly going to end this. Но сила моей апостола Павла. But the power of Apostle Paul. Заключалась в том, что он. Was hidden in the fact. Позволил. That he allowed. Сыну Божьему. For the Son of God. Открыться через него. To be revealed through him. В силе. In power. Но Дух Святыни был за апостолом Павлом. But the Spirit of holiness was with. Он отделил себя. He separated himself. Он не советовался. He did not begin to. Чтобы Сын Божий был открыт через него. So that the Son of God be revealed through him. В силе. In power. Потом он говорит. And then he says. Однажды коринфянской церкви. Once to the Corinthian church. Что я приду к вам. That I will come to you. И я проверю не слова вас гордившись. And I will test the words, not the words of the proud. Я проверю силу. I will test your power. Потому что царство Божье. Because the kingdom of God. Не в слове. Not in the words. Но в силе.
силе, but in power. Hallelujah. Hallelujah. Иисус 100% отделил себя. Jesus 100% dedicated himself. Separated. От всего, что отвлекало его от его дела. Separated himself from everything that distracted him from his job. And 100% посвятил себя. Dedicated himself. Отцу. To the Father. Поэтому он говорил. That's why he said. Что сын. That son. Ничего не может делать сам от себя. Cannot do anything of himself. Если. Unless не увидит Отца Творящего. Он говорил о 100% зависимости от своего Отца. He was talking about 100% dependence on the Father. 100% посвящение себя Богу. 100% dedicating himself to God. Он говорил о своем предназначении, которое 100% зависимо было от Отца в Божьем видении для Него. He was talking about his destiny that 100% depended on God. Последний текст. Last text. Последнее место Писания. The last scripture. И я сейчас свяжу это все. And I'm going to connect all this. 2 Тимофея, 3 глава. 2 Timothy, chapter 3. 2 Тимофея, 3 глава. 2 Timothy, chapter 3. С 1 стиха апостол Павел говорит. Verse 2, Apostle Paul says. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. For people... For people will love only themselves and their money. У вас не написано в английском, да? И есть другой перевод, где написано это? Verse 1. Verse 1. You should know this, Timothy, that in the last days there will be very difficult times. Watch this. Я всегда думал, что это пророческое слово. I always thought it was a prophetic word. Я много раз цитировал этот текст Писания в проповеди. Many times I quoted the scripture. Пока недавно было у меня сильное посещение Духа Святого. Until just recently, the Holy Spirit encountered me mightily. И Бог перевернул вообще внутри меня вообще взгляд на этот текст. And God just transformed inside of me the scripture. Я раньше думал, что это пророческое слово. I used to think that it's a prophetic word. Но мне Бог показал, что это не пророческое слово. But God showed me it's not a prophetic word. Апостол Павел только сказал, что будет происходить по определенным причинам. Apostle Paul said that certain things will happen because of reasons. Watch this. Watch this. Follow me, please. Он сказал, что будет тяжкое время. He said that there will be difficult times. Последние времена. In the last days. Потому что оно связано. Because it's connected. Не просто с обстоятельствами. Not just with the circumstances. Обстоятельства всегда были. Circumstance has always been. Дьявол никогда не менялся. Devil has never changed. Бесы никогда не менялись. Demons have never changed. Они вечные существа. They're eternal beings. Они духовно вечные существа. They're spiritually eternal beings. Только разница, где будут проводить они вечность. The only difference is where their eternity is going to end. Дьявол всегда был. Devil always was. Бесы всегда существовали. Demons always are. Ну, не всегда, я не говорю сейчас за... Not. С момента, когда их From Бог their изгнал. Moment of creation, they've existed. Дьявола. Devil. Но суть вот в чем. But this is the point. Он не просто говорит пророческое время, а он говорит время пророчески. Paul doesn't say prophetically there will be a time. Они не услышали. Он говорит не пророческое время, а он говорит о времени пророчески. He's not talking about a prophetic time, but he's prophetically telling about a time. Are you guys with me? Are you guys with me? I'll show you something. Он не говорит о пророческом времени. He's not talking about a prophetic time. Он говорит о времени пророчески. He's talking about a time prophetically. Это большая разница. It's a big difference. Когда мы говорим пророческое время и говорим о времени просто пророчески. When we're talking about a prophetic time or when we're talking about a time prophetically. И он говорит. And he says. В чем будет тяжелое время? What is going to be the difficulty in this time? В чем будет тяжелое время? In what is the difficulty? Что это такое? What is going to happen? Что мы тут живем, просто живем, поем, играем, и вдруг, ха, и все, и тяжелое время. So what we're going to do is going to live, enjoy, play, be, and all of a sudden it's going to be difficult? Обстоятельства всегда были. The circumstances have always been.
Тяжелое время, оно будет связано не с обстоятельствами. The difficulty in that time, it has nothing to do with the circumstances. Он о тяжелом времени пророчески говорит о состоянии людей в том времени. He is talking about a difficult time prophetically about the state of the people. Проблема будет не во времени. The problem is not in the time. Проблема будет в людях того времени. The problem is in the people of the time. Watch this. Watch this. Я вам покажу взгляд Божий сейчас, как Он видит это время. I will show you how God looks at time. Потому что есть два взгляда на это время. Because there's two ways to look at it. Есть взгляд дьявола на это время. There's a way to the devil looks at it. И есть взгляд Божий на это время. And there's a way that God looks at it. И многие люди, которые вышли из Египта, and many people who have left Egypt, но к Богу остались спиною. But they remained with their back to God. И их весь взгляд остался на том, что происходит в видимом мире. And their way of looking is what they see in front of them in the past. И из-за того, что люди освятили себя от чего-то, and the people have separated themselves from something, но многие никогда не полностью посвятили себя Богу, but many have never turned around and dedicated themselves to God. Некоторые наполовину стоят, and some are in the middle. Поэтому хромают на оба колена. And that's why they're Вы слышите? Некоторые очень медленно разворачиваются. And some are very slow to turn around. И часто это очень болезненно в жизни. And a lot of times it's very painful in their life. Очень болезненно. It's very painful. Когда тебе отрезать что-то по чуть-чуть. When you gotta cut something very slowly. Легче сразу отрезать и все. It's easier just to cut it off quickly. Amen. Многие отделили себя от мира. Many have separated from the world. И только иногда поворачиваются и опять возвращаются, поворачиваются. And they will, кто-то больше, кто-то меньше. They turn to God and back to the world, turn just little by little, whoever the person is. Но Библия говорит пророчески. The Bible says prophetically, что в последние времена, that in the last days, я не хочу уже связывать многие тексты Писания. I don't want to get a lot of scriptures all together. Но люди захвачены видимым миром. But people are consumed by the visible world. Поэтому у них взгляд этого мира на время. Because the way they view things are of the world. Are you with me? И взгляд этого мира на время. And the view of the way the world views things. Поэтому часто говорят, о, так тяжело, так сложно, так трудно. And people say it's so difficult, so hard. Почему? Why? Потому что все видимые обстоятельства, because all the visible circumstances, становятся больше их. They become bigger than them. Вы слышите? Все видимые проблемы, all the visible problems, болезни, sickness, зависимости, addiction, бесы, demons, власть демоническая, demonic power, через обман, through lying, она больше их самих. It's bigger than themselves. Люди надеются на свои силы. People rely on their strength. На свои способности. On their ability. Они отделили себя от мира. They separated from the world. Но постоянно воюют с этим миром. But they continue to fight with this world. Но однажды. But once. Когда ты поворачиваешься к Господу. When you turn to God. И начинаешь взирать на Его славу. And begin to see His glory. Ты начинаешь преображаться в Его образ. And you begin to transform. Посвящать себя Богу. To dedicate yourself to God. И в этом процессе. And in this process. Мы не должны остановиться. You cannot stop. Мы должны дальше. You have to go forward. Дальше. Forward. Дальше. Forward. Святой. Holy. Да освящается. Should continue еще to be holy still. Святой. Holy. Да освящается. Should be holy still. Watch this, watch this. Listen. И чем больше, and the more, я отделяю себя для Бога. You separate yourself to God. Я преображаюсь. I transform. В Его образ. Into His image. Мое умирает. My things die. А Его поднимается. But His begin to come тогда up. Тогда Сын Божий. When the Son of God. В меру моего отделения. In посвящения Богу. В меру моего посвящения Богу. In the measure of your commitment to God. Сын Божий. The Son of God. Открывается. Gets revealed. Через меня. Through me. От Господнего Духа. From the Spirit of God. Hallelujah. Hallelujah. Чем больше. The more. Я посвящаю. I dedicate. Взирая на Его славу. And look at His glory. Я преображаюсь. I'm transformed. В Его образ. Into His image. От силы. From the power. Силу. Into power. От силы. From power. Силу. To power. От силы. From power. Силу. To power. Потому что Сын Божий. Because the Son of God is revealed силе, in power духу, by the Spirit of holiness. Watch this. Время тяжелое. Difficult time. Ибо люди, because people,
Вот в чем проблема. Here's the problem. Ибо люди Because people будут самолюбивы. Will be selfish. Will love themselves. Вы же понимаете, что когда ты отдаешь, посвящаешься полностью Богу, Do you understand that when you give yourself to God completely, больше и больше, и больше, и больше, и больше, тем меньше тебя, и больше Его. There's less and less of you and more of Him. Все твое начинает умирать. Everything that's you begins to die. Все твое, вся твоя природа. All of your nature. Самолюбие. Selfishness. Гордость. Pride. Надменность. Все умирает. Everything dies. Потому что гордыня. Because pride. Самолюбие. Selfishness. Это то, что противит Бога. It's that what repulses God. Библия говорит, Бог гордым противится. То есть Божье проявиться там не может. God cannot manifest there. Божье проявиться там не может. Things of God cannot manifest there. Но чем больше это умирает, But the more you die, в этом весь этот духовный механизм. In this is all the spiritual mechanism. Освящение и посвящение. Separation and dedication. Твое умирает, Его в тебе возрастает. Things of you die and things of Him begin to grow. Чем больше ты посвящаешь себя Ему, the more you dedicate yourself to Him, тем больше Он проявляется через тебя. The more He is revealed through you. Твоего меньше, Его больше. Less of you and more of Him. Я надеюсь, вам не надо много это объяснять, вы все прекрасно понимаете. You guys know this. I don't have to explain this too much. Но вот в чем benefit, вот в чем сила. But here's the power. Библия говорит, что время будет тяжелое, потому что люди будут самолюбимы. The Bible says that the time will be difficult because people will love themselves. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. For people will love only themselves and their money, and they will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents, and ungrateful. They will consider nothing sacred. Вы должны понять, что он сейчас говорит о качествах духа этого мира, что является в похоти. He is talking about the characteristics of the people in this world. Похоть имеет свои качества. Because lust has its own characteristics. Все, что в мире похоть вещей, похоть плоти и гордость житейская. The Bible says that everything is in this world is lust of the eyes and pride of life. Это все связано с моим эго, с моим я, с моим самолюбием. It's all connected with my ego, with my loving myself. Это качество похоти. It is the characteristics of lust. Качество духа этого мира. It's the characteristics of the spirit of this world. И он сейчас эти качества открывает не в людях, которые не знают Бога, а в людях, которые отдали себя Богу. And he's revealing this in not in the people who don't know God, but in the people who know who have God. И он говорит, третий стих. And he says in verse 3. Непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более слабые. They will be unloving, unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. Имеющие вид благочестия. They will betray their friends. They will have the form of godliness. Слышите? Но силы его отрекшись. But they will reject the power. Дайте две минуты, я все это. Two more minutes. Посмотрите. Listen. Он говорит о людях, которые имеют вид. He's talking about people who have an image. То есть они вышли. They have a form. They left. Они вышли. They came out of. Они осветили себя чего-то. They sanctified themselves. Поэтому вид остался. So the form is there. Но сила не в том, что ты освятил себя. But the power is not in the fact that you have sanctified yourself. Освящение придает тебе форму. Sanctification gives you a form. Но посвящение дает тебе силу. But dedication gives you power. Watch. Listen. Многие люди освятили себя. Many people have sanctified themselves. Приобрели форму. They've acquired a form. Имеют вид благочестия. And they have a form of godliness. Из-за таких людей. And because of these people. Будет страдать все время. The time will suffer. Будут страдать неверующие люди. The unbelievers will suffer. Me. You guys don't hear me. Бог переживает за неверующих людей намного больше. God is worried about the unbelievers even more. Чем за людей, которые только себя освятили. Than those who only sanctify themselves. Но никогда себя не посвятили Богу. But they never turn to God. Вы не слышите? You don't hear me. Из-за этой формы видимого.
Because of this visible form, который не имеет силы, that has no power, будет страдать все видимое. That all of the visible will будут страдать suffer. Люди, people will suffer, которые в зависимости, who are addicted, в проблемах, who have problems, которых фараон держит в плену. Who the Pharaoh is holding captives. Вы не слышите? You're not listening. Из-за таких людей, because of these people, которые имеют только форму, who only have a form, но силы не имеют, but they don't have the power, станет тяжелое время. The difficult times will come. Но Бог однажды, but God once, перевернул этот текст вверх ногами для меня. He flipped the scripture for me. И он сказал: "Сын, я хочу, чтобы ты что-то увидел." And he said, "Son, I want to show you something." Ты пойми, что моя сила, he said, "Understand that my power, она связана с твоим посвящением. It's connected to your dedication. Твое посвящение, your commitment, связано с твоей смертью. It's connected with your death. Твоя смерть, your death, связана с твоим решением. It's connected to your decision." Но он сказал, but he said, "Я хочу, чтобы ты увидел." I want you to see воздаяние, the reward, моей силы, of my power, в твоей жизни, in your life. Watch this. Listen. Он говорит, я тебе покажу. He says, I will show you воздаяние, the reward, моей силы, of my power, в твоей жизни, in your life, в твое время, in your time, каким бы оно ни было. No matter what it is now. Воздаяние, but the reward, моей силы, of my power, в твоей жизни, in your life, какое бы время ни было. Regardless of what it is. Если вы посмотрите, if you could just see, теперь снизу вверх, from down to up, то я скажу вам, I will tell you, что сила Божья, that the power of God, которая проявляется, that is revealed, она связана с моим полным посвящением Богу. It has to do with my commitment to God. Мое полное посвящение Богу, my full commitment to God, связано с процессом смерти. It's connected to the process of death. Если вы прочитаете текст снизу вверх, if you read it from down up, то вы увидите воздаяние. Then you will see the reward. Чем больше, the more, умирает во мне всякое страстолюбие. Lust dies in me. Чем больше умирает во мне гордость. The more pride dies. Чем больше умирает во мне непокорность. The more rebellion dies. Чем больше умирает у меня напыщенность. The more the lack of self-control dies. Когда я от силы Божьей, when I from the power of God, возвращаюсь к первым мыслям апостола Павла, I go to the thoughts of Apostle Paul. То Бог сказал мне, God told me, проблема последнего времени, the problem of the last times, она не связана с пророческим временем. It has nothing to do with the prophetic time. Это пророчески возвещается. It's revealed prophetically, что будет связано с людьми, that was going to be connected to the people, которые потеряли силу мою, who lost my power. Но если люди, my people, возвратятся к моей силе, will they go back to my power, тогда эти люди, then these people, их время, and their time, смогут изменить время. They can change the world. Библия говорит. The Bible says. Знаете, как Библия говорит о последнем времени? You know what the Bible says about the last days? Последнее время. The last days. Библия тоже связывает с людьми. Bible connects to the people. Watch this. Listen. Библия говорит, что тьма покроет землю. The Bible says that the darkness will cover the earth. И мрак покроет народы. And the darkness will cover the nations. Слышите? Listen. Мрак покроет землю. The darkness will cover the nations. И тьма покроет народы. And its people. Но над тобой. But on you. Воссияет Господь. The Lord will shine. И слава Господня. And the glory of God. Взойдет над тобою. Will shine over you. Слушайте. Listen. И потянутся цари к этой славе. И потянутся цари к этой славе. And the kings of the world will be drawn to this power. С кем связана эта слава? What is this glory connected to? С тобою. With you. 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 И все это произошло. And all of this happened. Однажды. Once. Он пошел далеко. He came past. He went past his normal zone. Однажды. Once. Я полностью. I completely. Посвятил себя. Dedicated myself. Богу. To God. И он открылся сыном. And he revealed his son силе, in power по Духу Святыни, by the spirit of holiness. Бог, God в лице Моисея, in the face of Moses перед фараоном, before Pharaoh открылся в сыне,
revealed in His Son by the Spirit of Holiness. God in the face of Jesus revealed Himself, revealed the Son of God in power by the Spirit of Holiness. God in the face of Apostle Paul revealed His Son in power by the Spirit of Holiness. Who's next? Who's next? Me. Woo! Come on!